Приветствую всех подписчиков моего канала, кто следит за гидропоникой. Ну вот, прошло, ну, с момента посадки чуть меньше месяца, где-то там 25-28 дней. Вот такой маленький отчетик, еще коротенький. Это помидоры. Они так нормально все растут. Кому интересно, можете посмотреть, вот какие росточки я вот, ну, такие буквально сажал месяц назад. Вот они цветут вовсю, помидоры. Про сорт я уже один раз в своем видео говорил. Это вот такой у меня постепенно за несколько лет вот получился вот сорт. У него мало ботвы и очень много цветов и завязей. Вот про что я говорю, что вот они вот. И вот такие большие ветки. Помидоры не крупные, где-то 3-4 вот так сантиметра, но их много. Очень много, в основном. А потому что другие сорта я сажал, и в них почему-то ботвы много, а вот самих завязи и помидор не очень. Этот сорт получился так, это постепенно, через несколько лет я отбирал, и вот такой вот отобрался. Просто я подсаживал к нему разные другие, ну не знаю, в качестве эксперимента. Сейчас уже почти стабильно все время из семян вот вырастают именно вот такой сорт. Он ультраскороспелый, и уже, ну, где-то к концу июня будут красные помидоры, июля будут красные помидоры. Вот это у меня вот такой салат. Салат растет замечательно, я его уже вовсю ем, обрывая вот нижние листки, поэтому он вот как в клубень, в качан не сворачивается, как вот на фотографии, а просто нижний обрываю, и он так чуть-чуть растет так кверху и все время нарастает. Ем уже неделю, но его как бы не съесть. Надо снимать уже. Ой. Так что вот такого количества, если вот дома посадить, вполне хватит на зиму, легко, вот салата, все очень хорошо. Листья вот такие здоровенные, вот если вот рука моя, вот, ну и вот здесь, вот так, ну очень хороший салат. Вот этот салат другой, вот кучерявый, который я тоже вот показывал, вот он такой красивый салатик, такой декоративный даже больше, но у него листики тоненькие, тоже растет нормально. Клубничка вот здесь себя тоже чувствует нормально с помидорами. Так что с томатами вот, ну, вот в этом году попробовал посадить вот так помидоры и салат в одну установку, но все растет нормально, помидоры никак не влияют. Так, ну и вот земляника, уже я ее снимал уже один раз, это вот уже новые ягодки нарастают. Ну, я как понял, что это не располшаяся клубника по огороду, а это чисто лесная земляника, которая постепенно вот она выросла. Там вот у меня на участке есть такие елочки, и вот она вот такая сама растет. Похоже, что это лесная земляника, что сильно отличается от вот которая сортовая, ну вот у нее листья здоровенные, стебли здоровенные. Вот, ну вот здесь сейчас покажу. Вот, и ягода вот, вот зреет. Зреет она позже, конечно, чем вот на эти маленькие. А вот эти вот маленькие, очень ароматная вот эта маленькая земляника. Ну вот попробую ее тут устоиться, потом перенесу домой зимой. И посмотрим, как это все будет чувствовать себя зимой. Раствор доливал один раз, я уже где-то литров по 8, вот в прошлый раз уезжал и просто доливал. Ну, сейчас еще не надо, где-то неделю назад я доливал. Ну, вот это сидит рассада у меня салата. Наверное, тут сниму и засажу заново. Вот просто я посадил, думал, буду съедать, но не съедается. Получается, что очень много салата, в принципе. Ем на завтрак, обед и ужин. Делаю салат. Но все равно он успевает нарастать очень быстро. Вот. Ну вот такие дела. Так что
Следующее включение, наверное, я уже сделаю, когда, ну, завяжутся помидоры. Покажу, как, и вот по срокам как раз будет понятно. Ну и все, ну, с салатом все ясно. Растет замечательно и хорошо. Дома вот выращивать такую зелень для еды очень здорово. Ну и клубнику я тоже в этом году пробую первый раз так вот посадить нормально. Тут так по кустику подсаживал, она вроде росла. В этом году вот посадил полностью, ни один кустик не засох. Все, вот прошло, ну, 25-28 дней с момента посадки. Сажал сразу, не подготавливал клубнику и вот землянику, а просто выкопал, чуть-чуть помыл корни и засадил. Вот пару дней она так себя чувствовала, ну, слегка не очень, можно сказать, но потом вот оклемалась, и все нормально. Вот еще до сих пор цветет, и ягодки. Так что все. Всем пока. Сейчас я этот ролик на канал скину. Кто смотрит, кому интересно гидропоника, пишите. Спрашивайте, я постараюсь ответить на все вопросы. Ну, а там, ну, по мере, будет что-то интересное вот рассказать, показать, я тогда включусь. Потому что, ну, тут уже все понятно, все растет замечательно. И проблем никаких нет. Всем пока. Кому нравится, ставьте лайки. Вот. Кому не нравится, ставьте дизлайки. Подписывайтесь, следите. Я буду, ну, периодически такие вести с полей показывать, что и как растет. Чтобы можно было, ну, понять на самом деле, как и что получается на гидропонике. Ну, всем пока. Удачи, хорошего лета.